Всем привет! Собираемся на прямой эфир. Сегодня у нас утренний прямой эфир. И тема у нас макияж. Сделаем макияж продуктами, новинками из текущего каталога номер 14. В основном будет макияж серия Giordani Gold. Ну и некоторые еще продукты, которые тоже идут в каталоге сейчас по скидке. Привет-привет! Я уже подготовила кожу лица, сделала уход серии Novage. И сейчас при дневном свете, без фильтров, да, будем наносить. Буду стараться сначала показывать одну сторону, потом другую. Вы можете подготовить, что у вас есть из декоративной косметики, и будем наносить вместе. Тогда вы сможете запомнить, да, технику, что как наносить. Итак, вижу, что кто-то уже хотел, уже собрались, кто-то еще будет присоединяться, и начнем с вами, да. Эфир не будет час, будет немножечко меньше, потому что макияж, в принципе, он делается быстро, да, я макияж делаю за минут 10, и у нас, вы знаете, есть три серии декоративной косметики, это Giordani с более такими уходовыми компонентами, есть серия The One. Это такая серия, подиум называется, да, профессиональная косметика, но которую можно использовать каждый день. Там очень большая цветовая палитра, очень много трендовых и оттенков, и разных средств. Ну и, конечно же, On Color. Да? On Color – это косметика больше считается молодежная. Можно уже использовать для девочек от 12, от 13 лет. Там нет особо насыщенных пигментов, она просто такая с уходовыми компонентами. Ой, извините. И просто для того, чтобы подчеркнуть, да, как красоту. Итак, начинаем мы макияж, конечно же, с тональной основы. Хочу вам представить вот эту новую тональную основу. Очень, во-первых, красивая упаковочка, да, красивая крышечка. Серия Giordani, она вообще вся идет в упаковках вот таких вот черных. Очень презентабельно смотрится. И это премиальная серия. Серия очень высокого качества. В этой тональной основе она уже у нас была, да, называется она антивозрастная, но можно ее использовать уже начиная с 25 лет, потому что именно с этого возраста начинаются уже возрастные изменения. Да, какие изменения? Тусклый цвет лица, возможно, какие-то уже морщинки начинаются мимические, какие-то, возможно, на коже неровности, да, поэтому вот эта тональная основа подойдет уже с 25 лет всем однозначно. Можно использовать для любого типа кожи. Буду сразу вам наносить. Сейчас вот к ней идет еще кисточка. Да, вот такая очень удобно наносить кисточкой. И использую я тональную основу. Сначала выдавливаю на руку. Достаточно одного нажатия. Все, то есть ее даже будет много. У меня код 41329. Это слоновая кость, да, то есть слоновая кость вообще считается универсальным оттенком, потому что она, в принципе, подойдет всем, да, тех, кто светлый, тех, кто более смуглый, она просто делает вот такой вот естественный ровный тон лица. И беру кисточкой, наношу на половину лица, я буду тоже сразу вам рассказывать, видите, то есть я взяла вроде бы чуть-чуть, и как уже много этого пигмента. В чем уникальность этой тональной основы? В том, что здесь содержится морской пребиотик, пребиотическая сыворотка морская, которая выравнивает текстуру кожи. То есть кожа будет ровненькая, чего мы и хотим, да, чтобы тональная основа ложилась очень ровно, чтобы она, ее не видно было на лице. И пребиотическая сыворотка улучшает состояние кожи. То есть кожа будет выглядеть моложе, более сияющей, такой упругой. Это уже подтвердили клинические исследования, да, поэтому вы видите, да, на половинке лица, насколько сразу выравнивается текстура, видно, да? То есть тональная основа, это не видна на коже, но она тут же маскирует поры, морщинки, выравнивает тон, и эту тональную основу ее можно наносить даже и под глаза, то есть она настолько легкая по текстуре и очень приятное нанесение. Дайте мне свои отзывы, видно уже,
разницу, да, то есть насколько выровнялся тон. И, конечно же, еще здесь еще содержится экстракт лотоса, натуральный экстракт лотоса, и он помогает, вот, чтобы нанесение было гладенькое, помогает вот эти вот экстракты выравнивать именно тон кожи. Да, пребиотическая сыворотка выравнивает текстуру кожи, придает упругость, молодость, а экстракт лотоса, он выравнивает такое гладкое нанесение, шелковое получается, и выравнивается сама, сам цвет кожи. Ну, плюс еще, конечно, пигмент, да, можно и на губки наносить, чтобы потом хорошо легла помада. И, конечно же, мы вот кисточкой, что я люблю, что можно вот здесь вот хорошо по контуру прорисовать, да, проштриховать, чтобы не было растушевать, чтобы не было эффекта маски. Так, и, как я сказала, под глазки тоже ее можно, да. Очень она мне понравилась, лицо сразу выглядит моложе, сияние такое, да, изнутри. Красиво ложится, ровно, нигде не западает. И действительно, текстура кожи, не только тон, да, становится ровным, но и текстура кожи. Поэтому рекомендую вот эту тональную основу себе тоже взять и попробовать. Дальше, мы можем использовать еще тон под глаза, да. В Giordani серии есть тон под глаза, вот такой вот. Два цвета здесь есть, да, более светлый, более темный, он идет прямо с кисточкой. У меня сейчас его нет, но я буду наносить вот этот тон The One, да, который консилер, да, он называется, который сейчас тоже идет в каталоге по скидке, хорошая на него цена. Он сразу идет тоже с пуховочкой, там идет три цвета, и наносим его вот сюда, вот консилер. Это то, что нам нужно, это под глаза, да, вот консилер. Кстати, здесь в консилере такая есть уловка, да, здесь ограничители, когда вы его уже потом снимаете, когда заканчивается, там еще очень много остается. Так, нанесла уже сразу на два глаза, обещала вам показывать половинку. И наша задача убрать вот здесь вот, да, темные уголочки, осветлить тон вокруг глаз, убрать темные круги. И освежить. Также можно наносить его и на века, вот, для того, чтобы выровнять текстуру кожи, чтобы уже был равномерный тон вокруг глаз. И делаем вот таким вот как бы немножко треугольничком, да, то есть мы не ровно кружочком наносим, а проштриховываем. Так, и второй. Я не знаю, как у вас, у меня просто здесь всегда синячки, поэтому я всегда использую консилер. Вы видите, да? То есть как осветлился глаз, да? Насколько стала тоже уже ровная текстура и ровный тон. Поэтому консилер это очень классная вещь. Он имеет тонкую такую текстуру и еще не только маскирующий эффект, ну и ухаживающий за кожей вокруг глаз, улучшает приток крови, питает кожу, то есть еще имеет ухаживающие свойства. А Giordani тот там вообще, да, он еще специальные вот такие более дорогие компоненты, которые еще и против морщинок даже действуют. Так, доброе утро! Вот, уже мы сделали вокруг глаз. Есть заметный эффект, правда, девочки? То есть уже кожа вокруг глаз стала у нас более светлой, сияющей, более свежей, да, отдохнувшей, выспанной. Следующее, что мы будем использовать, это новинку тоже из серии Giordani. Вот такой вот хайлайтер в шариках. Да, у нас есть румяна в шариках, а это именно такой хайлайтер в шариках. Здесь несколько видов шариков. Более темные, более светлые, кстати, их можно отдельно даже в коробочку складывать. Вот, можно разделять, просто вот коробочку можно сюда, ну, ставить, да, такой разделитель из картонки. И можно отдельно более темные, более светлые шарики положить. Может быть и контуринг, и хайлайтер. Здесь все вместе,
Эти шарики сделаны в Италии вручную, состоят из вулканических минералов, и они придают очень красивое сияние коже, да, ухаживают за кожей тоже в то же время. Мы берем кисточку, вот у нас кисточка для контуринга, да, для хайлайтера, и просто вот перемешиваем все шарики. Это средство хватит очень надолго, на такое долго играющее, на года 3 минимум. И наносим мы на скулу, не под скулу, да, как обычное контурирование мы наносим, а именно на скулу. Скула у нас идет вот от ушка и вот сюда, вот, да, до края глаза. То есть уже близко мы сильно не наносим. И в обратную сторону мы растушевываем. Он достаточно пигментированный, но сейчас вы увидите, как он растушуется. Наносим вот здесь, вот, да, если нам нужно тоже с узи здесь более лицо, и наносим на шейку. Можно наносить его и на область декольте. Также проштриховываем его вот сюда, вот, на лоб, на крылышки носа. Если носик длинный, да, можно и на краешек носа взять. И дальше мы уже потом, когда мы пудрой закроем, да, он растушуется. И делаем вот такую вот троечку. Тройка. И сюда тройка. Так. Вот смотрите, что мы делаем дальше. Дальше мы можем использовать отдельно хайлайтер какой-то, да, но когда мы будем использовать пудру, да, мы можем пудрой. Тоже у меня вот Giordani пудра, она идет шелковыми пигментами. Уже пудра это все приглаживаем. Этот хайлайтер можно использовать, он больше идет как вечерний вариант. Но можно его использовать на день, я его тоже использую на день. Он потом вот, впитывается в кожу, да, придает вот такой... Просто красивый эффект контурирования. Все видите, да, пудра уже она сгладила вот эти переходы. И что сделал нам этот хайлайтер? Смотрите, он визуально, да? Посмотрите на одну половину и на вторую. Что сделал хайлайтер? То есть он уже, да, вначале был вроде бы такой насыщенный. Смотрите, он уже сейчас присоединился к тону кожи. Он, во-первых, подчеркнул скулу, да, вот здесь, смотрите. Во-вторых, он сделал такое более контурированное лицо, правда же? То есть здесь уже как бы подтянулось лицо, да, здесь оно еще как будто бы вниз такое обвисшее, да. Вот, смотрите, да, подтянул и сделал такое сияние. Сияние получилось естественная такая подсветочка, да, на коже, вот. И эффект контурирования. Есть, видно, да? Да, пудра шикарная, я обожаю эту пудру. И тогда продолжаем на следующую. То есть вот так вот вы набрали чуть-чуть и потом стряхнули. Можете сразу много не набирать, для того, чтобы оно не было сразу насыщено. Да, можно чуть-чуть на ручке прочеркнуть. Дальше мы уже его... Чуть-чуть здесь, шейку, лоб. И здесь вот еще обязательно, да, чтобы они соединились, вот такая, чтобы троечка как бы получилась. Можно чуть на ушко. И дальше уже проштриховываем, растушевываем, вернее. И закрепляем сверху пудрочкой. Пудра также хорошо матирует кожу, делает более завершенным макияж, тон, вернее, лица. Она тоже хорошо ложится, не западает в поры.
не западают морщинки, дополнительно еще разглаживает кожу. И очень хорошо впитывает в себя. Сальный секрет. Вот есть пуховочка в этой пудре, да, можно ее с собой брать как компактную для того, чтобы поправить. Но если вы делаете утром макияж, то старайтесь использовать именно кисть в начале, да, потому что кисть очень хорошо нанесет. Так, вот у нас по румянам, что, да, вот так вот они выглядят в каталоге, да, вот эти шарики. И, как я сказала, да, можно разделять, можно вот это сияние делать отдельно хайлайтером. Но я еще возьму Giordani, у нас вот такие вот есть тени. Если они попадают тоже на скидку, обращайте на них внимание, там есть очень много. Но я вот эти вот именно светлые тени использую еще как хайлайтер. То есть можно, да, вот такой вот кисточкой для хайлайтера. Дополнительно, если вы хотите, придать вот здесь вот еще сияние на скулах. Да, носик. Сверху над губой. Над бровкой немножко. Если кожа не жирная, можно еще сделать лоб и подбородок, да? Вот. В принципе, основная задача хайлайтера, да, высветлить именно вот эти вот сейчас зоны. Сейчас это очень трендово. Вот. Все, то есть тенюшками мы уже сделали. И можно эти тени точно так же использовать и как тени, да? Переходим уже к теням. Так, но прежде еще, сейчас я увидела, что у меня еще есть одно средство, да, это румяна в шариках, вот у меня уже они еще, да, есть, но уже практически заканчиваются. Если вы хотите чуть-чуть свежести на яблочке щек, да, вы хотите румянца, то можно использовать и румяна Giordani. Они есть тоже у нас трех разных цветов, и просто вот чуть-чуть, да, буквально. Буквально просто такой вот оттеночек, да? Чуть-чуть розовиночку. Придать. Все. И более уже такой вот как бы свеженький вид. Так, переходим дальше. Какие вопросы по тону, девочки? Так, я использовала тональную основу. Консилер, пудру, немножко румянок и, конечно же, наш новый хайлайтер, да, который делает эффект и контурирование в том числе. Идем дальше. Дальше переходим, мы уже делаем макияж глаз. На основу можно положить, опять же, вот эти тени. Обязательно нужно делать основу сначала более светлым тоном. Их можно еще и как на всю, да, использовать. Я буду просто на веко. Можно на все веко. Я на движущее использую их. И вот здесь вот так делать эффект сияния в уголочках. Так. Есть. И дальше буду использовать вот такие вот наши тени Giordani. Тоже, когда они есть на скидку, обращайте на них внимание, потому что очень хороший, красивый пигмент. И два оттенка, есть разные оттеночки, очень хорошо они ложатся. Вначале тоже нанесу светлый, уже именно вот на эту зону. И затем более темный такой сливовый оттеночек. Делаем такой более стандартный макияж, да, на каждый день. Вот такую вот рисуем стрелочку. И нижнее веко. Тени очень хорошо ложатся, они не осыпаются, хорошо держатся. Шелковое такое у них покрытие. И просто проштриховываем. Угу. Да, вот пишите свои отзывы, девчонки, молодцы. У кого уже, кто использует эти продукты, они очень красиво, эти тени действительно ложатся. И затем мы просто уже берем светлый оттенок, да, и немножечко вот так вот делаем такой переход.
все. Если вы хотите более насыщенно, вы можете их нанести более насыщенно, да, если вы видите, что вам где-то хочется, особенно если вечерний макияж, значит, можно придать чуть больше насыщенности. Так, есть. И второй глаз сейчас быстренько нанесу. Если трое цветов теней, то можно еще средний цвет использовать на серединку века и делать такой переход тройных теней. Вот тут уголочка прорисовываем и наверх. Если глаза более выпуклые, да, например, у меня более выпуклый глаз, я вот здесь вот, ну, часто очень темным рисую, а светлым наверх. Что? С утра еще не разговорилась. Так. Вот, и все. То есть, в принципе, у нас тенюшки готовы. То есть это такой макияж на каждый день. Даже если вы идете на вечер, просто сделали более насыщенным. И этого достаточно. И затем у нас подводка. Да, есть подводка тоже серии Giordani. Сейчас вам ее покажу, как она выглядит. Она такая с более длинной, тонкой, видно вам, да, кистью. Вот кто любит такие подводки, можете их использовать. Она, в принципе, неплохо наносится. У меня есть знакомая, которая только такую любит. Я же люблю подводки более фломастерами. Такая у нас была в серии Giordani подводка, она у меня уже закончилась. И сейчас я взяла новинку в серии The One. Да, это именно фломастер подводка. Она очень классно рисует, но хранить ее нужно вниз головой, да, чтобы она подпитывалась. Вот так вот ее ставьте. Косметичку, чтобы он не лежал. И вот смотрите, как он легко наносит, да? Раз, и уже готова стрелочка. Чуть-чуть придержали, можно ее расширить, да, если вы хотите, можно ее удлинить. Вот, то есть очень быстро. Немножко телефон неудобно смотреть, да? Сразу вот такой насыщенный пигмент, да, удобно очень рисует, она хорошо держится, стойкая, и при этом хорошо снимается очищающим средством или мицеллярной водой. Как вам эффект от этой подводки? Да, то есть вы можете ее нанести разными способами, в каталоге даже написано несколько способов, более тонкая может быть стрелочка, более широкая, да, можете кончик наверх подворачивать, как хотите, можно даже вниз ее тоже наносить, вот, как удобно. Буквально чуть-чуть вот придержали глаз, и это насыщенный черный пигмент. Все, и потом продлили стрелочку. Или сделали ее более широкой. Очень удобно он наносится, он не сгибается и он не дерет. Да? Он по себе такой вот фетровый, он мягкий, да? Но он не сгибается. Поэтому хорошее такое мягкое нанесение, вообще не повреждает кожу, очень-очень нежно наносится. Что рекомендую вот такую подводку попробуйте, вы будете постоянно ею пользоваться, потому что это действительно очень классная вещь. Сейчас подводки модно. Так. И дальше у нас еще есть тушь, да? Тушь тоже новинка. С очень интересной кисточкой в виде волны, то есть это такая запатентованная кисточка и запатентованная формула. Посмотрите, как она выглядит, да, как волна, вот такая вот изогнутая. И что она делает? Она благодаря вот этому
благодаря вот этой своей форме она хорошо приподнимает реснички, на 89% идет изгиб. И в 5 раз увеличивает объем ресниц. Кроме того, здесь еще находится укрепляющий комплекс, который делает реснички более плотными и питает их, чтобы они росли более такими плотными, густыми, да, продлевает их жизненный цикл. Поэтому очень хорошо, кому нужно реснички еще укрепить, восстановить, то здесь вот этот комплекс тоже есть. Хочу обратить внимание, чтобы вы вот так вот использовали тушь, выкручиваете ее и закручиваете, да, вот такие вот движения не надо делать, иначе она будет набиваться комками и будет быстро засыхать. Поэтому выкрутили, нанесли, там очень удобно вот эта форма прокрашивает внутренние реснички, да, вот здесь вот внутри, когда они маленькие, и обычно, когда просто кисточка, она туда не достает. Вот эта же кисточка очень хорошо прокрашивает. Надо же как вам показать, чтобы было видно. И нижние. Так, как вам лучше? Тушь вообще всегда нужно два раза прокрашивать, да, потому что с одного раза она просто прокрашивает, а со второго она уже делает эффект. Так. Кто уже пробовал эту тушь? Ну, для меня джордановские туши, они вот такие более уходовые все-таки. Вот. Хочу сказать, что я люблю зывановские туши, да, они такие делают больше эффект. Вот. Но джордановские тоже использую, потому что это очень хороший уход, укрепление ресниц. И, ну, получается такой вид, знаете, естественный и... Когда это просто подчеркнуто, то это дорого смотрится. Так. Есть. Уже просто за подводкой не видно. Ну, хочу ей тоже попользоваться, потому что хочу укрепить реснички. Они были более плотненькими и росли гуще, и продлить их жизненный цикл, вот как я написала. Как написано, да? Так, все. Есть. Тушь нанесли. И можно использовать еще для бровей. Вот такой вот карандаш у нас есть. Giordani тоже, да. Мне очень нравится с одной стороны карандаш, с другой стороны кисточка. Просто вот подчеркиваем форму бровей. И просто кисточкой уже сверху поправляем. Есть. Там их два цвета, более пепельный и более коричневый. Сейчас, кстати, на скидку есть очень хорошая палитра для теней. Тоже она у меня есть, вам ее рекомендую. Которая создает эффект вот пудровых бровей. Более светлый, более темный оттенок. Напишите, каким вы средством для бровей используетесь, Oriflame. Сейчас я найду эту палитру, хочу вам ее все-таки показать. Так, вот сразу покажу вам вот этот маркер, да, которым я наносила стрелочки. И вот эта вот палитра для бровей. Да. Есть карандашики, с одной стороны хайлайтер, с другой стороны... Хайлайтер под бровь наносится, да, с другой стороны для бровей. И вот эта палитра, которая имеет два цвета, более темный, более светлый, можно их смешивать. И еще закрепляющий воск для бровей. Очень классно, две кисточки там есть. Ну, так что можете обратить внимание еще и на нее. И остались у нас губы, да. Для губ буду использовать из серии Giordani. Вот эти карандаши, есть они у меня всех трех оттенков. Тоже их люблю, потому что очень удобно, когда с одной стороны
кисточка, да, а с другой стороны сам карандашик. Потому что контур нужен обязательно. Наносим нижнюю губу по внешнему контуру. И верхнюю губу, это у меня тон первый, вот этот 31-й, по-моему. Верхнюю губу прокрашиваем чуть-чуть выше, да? Карандаши вот эти тоже очень мягко наносятся. Покажу вам их три тона. Идет более красный, и этот идет более рыженький. Вот вам видно, да, в принципе они похожи, то есть более розовый, более красный и более рыжий. Вот там вот идет три тона карандаша. Я сейчас взяла более такой розовый, он получается как розово такой нюдовый, да. И удобно кисточкой с другой стороны сразу расштриховать карандашик, чтобы не было явного контура. Очень он наносится мягко, стойкий. И вот эти контур Giordani, они еще восстанавливают естественную кромку губ. То есть, чтобы помада не вылезала, да, за кромки, чтобы не образовывались трещинки. То есть, вот этот карандаш еще ухаживает за кромкой губ, восстанавливает ее. И помада, да, сейчас буду использовать помаду из новой серии Giordani. Идет ограниченная эта коллекция именно с эффектом металлик, да. Вот у меня код 41051. Вот так вот он шикарно выглядит, да, такой золотистый. Можно наносить помаду сразу с флакона, да, можно кисточкой. Очень он красиво выглядит, дает эффект матирующий. И при этом эффект металлик. Да, смотрите, как красиво. Получается и в то же время, как и блеск, и помада. И очень мягко наносится. В составе здесь органовое масло, самое дорогое масло. И вот этот эффект металлик, он делает такой, как бы визуально более губки гладкими и пухлыми. Как вам, да? Красивое нанесение. Там есть 5 цветов в этой помаде. Да, можно выбрать. Более розовые, есть более пурпурные такие, более насыщенный коричневый. Но вот эта такая помада вот на каждый день, на осень, она, ну, достаточно и не сильно бледная, да, но в то же время вот такая вот золотистая, очень красивая. Попробуйте ее. Мягко на губах, очень приятно, питает губы. Вот это органовое масло очень хорошо губы питает, восстанавливает, увлажняет. Приятное ощущение на губах, стойкий эффект на весь день. Для дневного макияжа она идеальна. Если брать для вечернего, да, тогда нужно или насыщенный контур более делать и проштриховывать, либо брать более насыщенный оттенок. Но в этой серии помады еще есть сейчас на скидку, вы видите, да, сейчас есть карандашик, вот эти на скидку три цвета, которые я вам показала с кисточкой. И есть помады тоже очень классные, они мне нравятся, с просто с матовым эффектом, да, без эффекта мерцания. На осень очень классные оттенки, насыщенно ложится, питает, защищает губки, просто вам ее рекомендую, тоже она идет с аргановым маслом. Да, помада очень красивая. Ну что, в принципе, у нас макияж уже закончен, да, так как мы больше говорили, это заняло больше времени, на самом деле это буквально 10 минут, да, буквально 10 минут, что мы с вами сегодня использовали, давайте повторим. Угу. Так, хочу почитать немножко еще ваши комментарии. Угу. Если есть вопросы, сейчас еще пишите, да, пока я подведу итог, я смогу на них ответить.
Итак, тональная основа, да, которая сейчас идет у нас в каталоге на скидку, это новинка. Дальше я использовала вот этот вот хайлайтер, да, с эффектом контурирования. Потом использовала пудру Giordani. Все идет в очень красивых премиальных упаковочках. И ну, серия Giordani, это вообще серия идет премиальная. То есть она идет с самыми лучшими компонентами и стоит на одной полочке, если так сказать, да, с премиальными брендами, такими как Chanel, Dior и так далее. То есть компания наша Oriflame, она не сравнивает с компаниями масс-маркета, да, и с компаниями какой-то средней или низкой ниши. Она сравнивает всегда свою продукцию с самой высокой нишей, поэтому вот эта продукция наша, она является премиальной. Румяна в шариках Giordani. Дальше я использовала как хайлайтер вот эти тени Giordani, да, они тоже, они у меня, наверное, уже, ну, не знаю, больше года, смотрите, их еще целая упаковка, тоже вещь, очень классно, там их есть несколько, расцветочек этих теней. Для контуринга еще использую, для глаз, да, использовала консилер, и я уже тут все перемешалось, да. Тени тоже Giordani, вот эти двойные использовали. Маркер для глаз, для стрелочек. Тушь новую Giordani с укрепляющими компонентами и с уникальной кисточкой. Для бровей вот этот карандашик двусторонний, тоже Giordani. Для губ контур, да, карандаш и кисточка с двух сторон. И в конце уже, конечно же, вот эта новая помада. Она еще так пахнет, вот нейтрально, но в то же время очень так приятно, дорого. Да? Сама упаковочка, посмотрите, да, насколько она красивая. Поэтому, девочки, любите себя, балуйте себя, позволяйте себе самое лучшее, да, что есть в каталоге, по самым выгодным предложениям. И я думаю, что эффект заметен. Да? Вот кто не знает, мне уже почти 42 года. Я хочу сказать, что благодаря уходу за кожей, нашей серии Novage, благодаря уходовой косметике декоративной, да, нашей серии Giordani, в основном я пользуюсь, я продлеваю молодость своей кожи, сейчас я без фильтра, вы видите, что практически нет морщинок, да, кожа в нормальном состоянии, я не хожу, не делаю никакие уколы, все это только наша продукция, да, по уходу за кожей лица и, конечно же, наша декоративная косметика, которая создает эффект просто ухоженной кожи, да, мы просто подчеркнули, и можно так сказать, что не видно, что макияж, но он есть, да, и кожа совершенно выглядит по-другому, мы выглядим ухоженно, мы подчеркнули свои достоинства, мы скрыли какие-то свои недостатки, и мы при этом еще не просто нанесли макияж, но мы еще ухаживаем и защищаем свою кожу. Так, спасибо за ваши отзывы. Если еще есть вопросы сейчас по текущему каталогу, по декоративной косметике. Да, фломастер возьмите обязательно. Я тоже раньше пользовалась карандашами, карандаши у меня тоже есть, но фломастер это просто бомба-ракета, да, как говорится. Да, эфир я сохраню, будет у нас здесь на аккаунте, и постараюсь еще сделать запись, чтобы вы могли посмотреть записи. Хорошо, тогда если нет вопросов больше, я что вам желаю, да, чтобы вы посмотрели в своих косметичках, что у вас есть, что вам, возможно, не хватает еще, да, что нужно докупить, чтобы у вас был полноценный макияж, потому что макияж это не просто помада и тени, да, или тушь, макияж это прежде всего тон лица, да, ведь если мы создали правильный тон, контурирование, да, консилер, то тогда уже и тушь, помада будет смотреться хорошо. Так, спасибо за отзыв. Фломастер будете заказывать. Кто еще что захотел себе заказать? Вот, посмотрите, да, что, возможно, у вас не хватает в вашей косметичке, что заканчивается, что сейчас идет по скидкам, что нужно докупить. И, конечно, обратите внимание на вот эти новые тренды, да, чтобы у вас был консилер, чтобы у вас был хайлайтер, чтобы контурирование у вас было. Вот это очень важно. И, конечно же, новые оттенки, потому что то, что мы использовали летом, если, да, вы там любите розовенькую помадку какую-то,
то надо переходить, или нюдовую, да, нужно переходить уже на более насыщенные, на более осенние оттенки. Поэтому смотрите что-то более в таких в золотых оттенках, в бордовых, да, в, ну, в той цветовой гамме, что вы любите, но более просто насыщенное это все должно быть. Тогда оно будет смотреться ярко, красиво, естественно. Так, помада просто шикарная, я в нее влюбилась, девочки. Очень на губах, просто вот. Да, она, я в ней уже несколько дней в этой помаде хожу, да, каждый день ее использую, и вот нет никаких, знаете, вот как бывает иногда помада там собирается или как-то скатывается, то есть от этой помады вообще такого эффекта нету, то есть она, ну, благодаря органовому маслу, да, она очень хорошо наносится, идеально целый день просто на ваших губах. Так, Таиса хочет помаду, Аня тени, хорошо, да, мы девочки, мы должны себе позволять, потому что наша задача это украшать этот мир, правда же, если мы будем красивы, мы будем счастливы и будут счастливы вокруг нас и наши мужья, и наши дети, потому что, ну, все хотят рядом с собой иметь красивую, счастливую женщину, правда же? Поэтому не экономьте на себе, просто покупайте выгодно. Покупайте выгодно то, что есть на скидке, докупите то, что нужно, да, потому что иногда бывает куча средств в косметичке, а толку нет, да, поэтому, а можно купить 5-6 средств, и вы будете выглядеть идеально. Вот, поэтому для этого и проводим такие эфиры, чтобы вы могли себе все посмотреть и выбрать то, что действительно вам нужно. Всем желаю хороших выходных. И да, кто еще не делал заказики, вы еще сможете тоже сформировать. И обязательно делитесь отзывами тоже в наших чатах тех продуктов, которые вы для себя взяли, и в чатах для своих клиентов, потому что люди любят реальные отзывы, и они будут заказывать то, что вы выбрали для себя. Да. У меня, наверное, больше, по-моему, тоже больше 30, и всегда хочется еще какую-то. Так, ну что, всем тогда пока и хорошего дня. Завершаю эфир. Спасибо, что вы сегодня выделили время для себя прежде всего, да, и захотели узнать что-то новенькое.